Компания Miramax представляет. О, знаете что? Извините. Угостите меня кофе, я не ваша. По-вашему, я легко сдаюсь? Ты веришь в судьбу? Не думал об этом. Дашь телефон? Неважно, скажи первое, что придет в голову. Красивые глаза. Тогда второе скажи. Красивые глаза. Хватит, перестань. Это свидание? Так, спрашиваю. Любимый фильм? Верный ответ, хладнокровный Люк. Любимая поза в сексе? Лучший вечер в Нью-Йорке? Этот поднимается в чартах. Я польщена. Может быть, теперь дашь телефон? Это случайно. Это судьба. Так нельзя. Нельзя провести лучший вечер в жизни с девушкой и оставить это на случай. Видишь книгу? Вижу. Приду домой, напишу свое имя и телефон в ней, а завтра утром продам ее букинистам. А если я вдруг влюблюсь в кого-то? Не влюбишься. Бред какой-то. Идиотизм. Эй, Сара. Меня зовут Сара. Несколько лет спустя. Ты через 3 дня женишься. Зачем рисковать отношениями ради какого-то призрачного идеала? Введите номер ее счета в компьютер и скажите мне ее. Я вам уже ответил нет. Это очень важно. Сюда. Нельзя переходить на эту сторону прилавка. Это действительно очень важно. Опять за свое. Нельзя за черту. Поверь, британки к старости дурнее. С молоду она может быть похожа на Белоснежку, а потом похожа на... На гнома? Я думаю о каком-то загадочном парне, с которым встретилась 100 лет назад, и готова вышвырнуть все, чем живу, ради судьбы. Судьба. Мне нужен адрес Сары Томас. Ты мой герой. Ты чего-то хочешь, и ты добиваешься. Я ищу Джонатана Трегера. Похоже, вы опоздали. Опоздала куда? На свадьбу. Эй, стойте! Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл. Когда любовь похожа на волшебство, это называют судьбой. Когда судьбу предчувствуют, это уже интуиция. Однажды в жизни встречаешь человека, который оказывается для тебя идеальной парой. Для моего друга таким человеком был я.